Звездный французский форвард Килиан Мбаппе готов к смене клубной прописки в 2024 году. 23-летний нападающий намерен продолжить карьеру в мадридском Реале. Согласно сведениям журналистов Фичаес, Мбаппе уже выдвинул требования королевскому клубу. Килиан обозначил свое желание влиять на трансферную политику сливочных. Француз будет готов присоединиться к Реалу, если клуб подпишет защитников Тео Эрнанса и Ашрафа Хакими. Портал Трансфермаркт оценивает стоимость нападающего в 180 миллионов евро. Действующий трудовой договор Килиана с парижским грандом рассчитан до середины 2025 года.